Книга пророка Осии, 5 глава. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в массифе и сетью, раскинутую на Фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали. И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, и не найдут его, он удалился от них. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме, возглашайте в Бев-Авене, за тобою, Вениамин. Ефрем сделался пустынью в день наказания, между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных. И буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны, ибо я как лев для Ефрема и как скимен для дома Иудина, я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего».